Итак, в итоге получились вот такие вот чехлы. Я решил сделать два варианта. Один коричневый, другой черный. Черный я сделал для того, чтобы просто посмотреть, как это изделие смотрится в черном варианте. Я думаю, вы обратили внимание, что последнее видео я практически не комментирую, то есть не рассказываю, что я видео делаю. Почему так происходит, почему я перестал снимать видео с комментариями? Дело в том, что такие ролики на YouTube не очень популярны. Не очень популярны именно по кожевенной тематике. Для этой цели я на второй канал, у меня есть второй канал, называется «Стиль», я туда выкладываю видео как раз с речевыми комментариями, где я рассказываю, что да как делаю. Поэтому, если вам интересен разговорный формат, то переходите на второй канал, второй канал называется «Стиль», в описании под видео я оставлю на него ссылку. Кстати, автором вот этого чехла на автодокументы является Александр Лобастов, это мой подписчик, он меня попросил сделать выкройку, то есть он разработал изделие. Причем он сделал это по другому изделию, сейчас об этом скажу. В общем, он разработал изделие, то есть спроектировал, делал его на бумаге и попросил меня сделать выкройку в электронном виде. Я ему сделал, соответственно, спросил разрешение снять видео, эту выкройку выложить в свободный доступ. Эта выкройка будет в свободном доступе. Если кому-то интересны вот такие вот изделия, вы хотите, чтобы вам сделали на заказ, можете к Александру Лобастову обращаться. Я ссылку на его страницу ВК оставлю в описании также под видео. Идею вот этого чехла на автодокументы Александр взял с другого изделия, которое сделал Юрий Владимиров, то есть вообще первоначально придумал вот именно такой дизайн Юрий Владимиров. Я на него давал уже ссылку на ВК в Инстаграм под другим видео. Я думаю, понятно будет, про какое изделие я говорю, портмоне под паспорт и автодокументы. Вот как раз Юрий Владимиров его придумал, и Александр Лобастов решил сделать вот такой упрощенный вариант чехла чисто под автодокументы. На этих обоих людей я оставлю ссылки в описании под видео, на странице ВК, на Юрия Владимирова я оставлю также Инстаграм. Всем спасибо за просмотр, до следующего видео, всем пока!